Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем с тобой на арену и заберем нашу награду. Так, 15 карточек на Вуджена. А также у нас с тобой, ага, репульсор плюс улитка. Неплохо, но хотелось бы, конечно, получше наградушку. Ну, и так сойдет. Так, ребят, ты посмотри, как у нас выглядел Ронин. Еще самая первая его форма, да? Прыгун. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Блин, я уже и забыл, на самом деле, как они выглядели. Без прокачки. Ну-ка, кто первый выйдет? Наверное, побежит Ронин, да, сейчас на нас? Ну, давай, я жду. Вызывай хоть кого-нибудь. Во-во-во, смотри, смотри, бежит. И смотри, какой мой. Мой-то уже бывалый. Ой, прыгун. Смотри, я тоже своего... Да, немножко не то сделал. Ну, в любом случае, мы уничтожили. За 3 секунды, друзья мои, разбомбили базу. Ну что, давай зайдем в магазин, глянем, что у нас тут. Спасибо за покупку. Распродано что-то у нас тут все. В общем, ничего здесь нету. Хотя отмечено, видимо, то, что я могу посмотреть. Так, в армии у нас квест завершен, проверка. Давай тогда заберем. Одержите победу в битвах на аренах 15, да? Откройте сундуки, сразитесь в боях, опять же, на арене. Ну что, ребята, а мы с вами отправляемся проходить этот портал. Так, ага, ну против этих у нас есть, да? Кого поставить? Мы можем взять вот эту команду. Да, я думаю, вполне сгодится. Тут у нас есть и молотильщик, и если что, щитобот прикроет, который... Единственное, что у нас... Хотя всадник на журавле тоже есть. Ладно, давай смотреть. Я выпущу щитобота для начала, потому что если он своих копейщиков сейчас будет вызывать, они хотя бы, если что, у нас прикроют. А он будет их вызывать, естественно. Так, и молотильщик. Воу-воу-воу-воу-воу. Я немножко на это не рассчитывал. Смотри, молотильщик просто справился со всеми здесь. Хе-хей! Ой, ну бас. Вот сейчас он, ребята, тут получит, а, свое. Что-то у нас роботы шугаются. Очень часто причем. Так, тигр, ну естественно, со своей душой. Грубо говоря, это было предсказуемо даже. Так, ну-ка давай вот так вот сделаем. Заморозочка. Упс. Так, давай, наверное, еще одного вызовем. Все, сейчас разбомбим ему базу. Что довольно легко. Так, деньги и карточка на Сакуру мы с тобой заработали. Ну что, сам ты видишь, да? Все неплохо идет. Мы с тобой продолжаем. Это у нас третий поединок. И здесь добавляем... Воу, а вот это вот, ребята, уже серьезная заявочка. Тут Ронин, и как ты видишь, у него сотый уровень. Твою же налево. То есть тут повезет либо мне, либо ему. Кто быстрее успеет вызвать Ронина, и у кого он побежит, тот, грубо говоря, и выиграл. Хе-хе-хе-хе-хе. Мой, ребята, конечно же, мой. Мой Ронин круче всех. Сейчас мы еще с тобой вызовем вот так вот. Упс. Ну, Ронин здесь, конечно, сейчас получит свое. Плюс отражение у нас срабатывает, все, что нужно, да? А вот тут, конечно, плоховато. Давай-ка вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Люто. Что я могу тебе еще сказать по этому поводу? Очень люто. Так, травятся они на болоте. На кислоте, которую бросает у нас чумная мышь. Ну смотри, что творит, а? То мы, то он, то мы, то он. Тигр, давай без души. Ну, конечно, без души. Все, друзья мои, забомбили мы его. И это круто, на самом деле. Так, ну что, мы с тобой продолжаем. И это у нас с тобой предпоследний поединочек. Предпоследний. Так, здесь уже ниндзя есть. Так, ладушки, давай, наверное, мы с тобой... Вот это, может быть, взять команду нам, а? Но тут тигр, блин. Давай, наверное, вот эту возьмем. Все-таки. Здесь будет помощнее, в плане чего мощнее, ребята. Тут есть у нас с тобой голем, да? И жаба с пушкой, с молотом. И БФГшка, но у него тигр, конечно, не спорю. Тигр это еще та зараза.
Погнали. Так, голем мой пойдет. Блин, а он вызвал, смотри, что. Давай тогда ниндзю вызовем, чтобы побыстрее зав... Ага, он тоже, смотри, что делает. Он не дуралей, он знает, что нужно сделать. Кого призвать. Так, молнии. Замечательно, застанили все как нужно, ребята. Все хорошо получается у нас. Так, ниндзя, отвали. Вот засранка, ты посмотри. Да, а кто сказал, что будет легко? Никто. Заморозочка. Давай только без души. Замечательно. Тогда я тебе скажу следующее. По-моему, тут крышка нашему противнику, да? Пришла. Тебе так не кажется? Ну-ка, молнии. Замечательно. Все, друзья мои. Лучше и быть не могло. Ну и мы с тобой продолжаем. Последний у нас месяц. Что тут в магазине сейчас светится? Не буду я получать вашего физкультурника. Не хочу. Не надо мне напоминать. Так, а вот эта командочка опасная. Ронин опять же. Неужели мне придется опять имбовую команду брать, а? Хотя я могу и вот этой сразиться. Знаешь почему? Потому что здесь есть щитобот, который может мне помочь. По крайней мере от Ронина. И, как ты понимаешь, молотильщик. Сейчас мы посмотрим. Он что-то никого не вызывает. О, так даже лучше, ребят. Так даже лучше в разы. Давай, 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 давай. Ага, минус. И не успел. И не успел. Наколбасили. Так, главное, чтобы Ронин не выбегал. Если он побежит, это, конечно, будет очень плохо для нас. Я вообще-то хочу призвать друидку сюда. О! Ты глянь-ка, что творит, а? Не, ну ты глянь. Нежданчик, если честно, для меня. Вот так вот он сделал. А ну-ка давай, 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 давай. Бомбим, бомбим. Вот так еще сделаем. Что, богиня? Солнце, все? Приплыли? Давай, родные мои, жарим ее. Есть контакт. Так, тигр, успокойся. Вообще замечательно. Молотильщик работает как надо. Выпускает постоянно при смерти свою пилу циркулярную. В общем, идеально. Давай, 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 прижучиваем. Сколько там, 59 секунд? А давай я вот так вот помогу нашим ребятам. Ать, это было больно. Ну что тебе скажу, все, победа за нами. Все отлично, великолепно. Фу, и мы с тобой переходим в следующий портал. Соответственно, мы вначале заберем наши награды заслуженные. Это сундук Нефритовой империи. Так, охотник за сокровищами завершили. 13 копеечек мне дали и 12,5 тысяч монет. Так, ага. Спасибочки за такие вкусные карты. Толкатель, трансформатор и маг. А мы с тобой двигаемся в следующий телепорт. Так, погоди-ка. У нас здесь захватчики. Так, дальше у нас нежить. Долина подданных. Опять нефритовая долина и опять захватчики. Два раза будут повторяться захватчики, да, значит? Ну что же, будем сопротивляться. Я возьму сюда самую-самую, наверное, простенькую команду. Именно вот эту. За счет нашего тыквоголова мы должны... Блин, тут обратное расстояние у нас маловатое какое-то. Я надеюсь, это никак не повлияет. А ведь может. Если мы с тобой сделаем вот так вот... Блин, нам не хватает, ребята. 350 он стоит. Надо на него накопить, наверное. Успеть бы накопить. Так, давай, наверное, тыквоголового позовем. Потому что жабу с пушкой надо убирать отсюда как можно быстрее. Опа, ураганчик. Слушай, пошла маза, ты посмотри. Еще лекаря позовем. Да, все, шансов у врага нету, как ты видишь. Плюс заморозочка срабатывает. Идеально просто. Ты посмотри. Я еще одного тыквоголового позову. В поддержку нам. И... все. Отдай сюда деньги. 500 монет. Захотелось мне спрятать. Замечательно. Двигаемся с тобой дальше.
Так, здесь у нас, опа, 4 гема заработали. Поехали. Так, вторая миссия. Тритон. Слушай, я думаю, мы ничего здесь с тобой менять не будем. Единственное, что да, тритон, он может усилить этого толкателя. И жабу с пушкой. И будет нам здесь такая заварушка, что мало не покажется. Но я буду сопротивляться. Буду бороться. Может быть, нам вообще деда позвать, а? Старого воина, как его правильно величать. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Что-то немножко, ребят, не подрасчитал капельку. Так, давай вот так вот поможем в помощи, как говорится, да? А ну-ка. Блин, тритон. Вот, вышел он, смотри. Медика. Вызвали медика. Спасибо за карточку. Нам нужен еще, ребята, один такой головы, и все у нас будет на мази. Так, деньги отдай. О, ускоряшка. Вообще разорвали всех. Прикинь. Ну все, тут вообще без шансов. Враг ничего просто не успел сделать. Вот такая, друзья мои, команда у нас получилась. Очень неплохая, уже проверенная не одним боем. Так, и это я еще не призвал дедушку нашего. Ой, а вот здесь, кстати, немножко плоховато, потому что здесь есть бородавочник. Бородавочник есть, значит, нам надо будет как-то с тобой хитрить. Ну, вначале, конечно, вызывать мечника для перестраховки. 300 энергии нам обязательно нужно на тыкву голову. А вот и бородавочник. Ну, слава богу, он вышел просто, без разбега. Но мы знаем, какой он наносит урон, колоссальный. Поэтому с ним лучше не шутить. Тем более, когда еще вот этот охламон сзади помогает. Посмотри, смотри, что творят. Спасибо тебе, самурай, что ты упал в истерику. И то, что у нас с тобой ульта сработала, да? Замедляющая вот эта лужайка от Сакуры. Возможно, мы с тобой здесь прорвемся. Так, давай энергию, наверное, повышать. Еще повысим, да? 500 у нас с тобой. Ну, все, я могу, в принципе, что сделать? Вызвать самурая. Вызвать нашего тыковоголового еще одного. И все. Базу мы сейчас тут разбомбим с тобой. Ай-яй-яй, ты смотри, что делает, а? Да, друзья мои, это бородавочник. Именно он бортует моих солдат, моих воинов, и они отлетают. Ну, ничего страшного. Так, у нас с тобой предпоследняя миссия. Но вот здесь вот действительно уже не до шуток, потому что у него есть этот хищнец. С хищнецом мы будем, наверное, брать вот этот отряд наш. Он более-менее себя зарекомендовал именно против хищнеца и прыгуна. Ждем, выжидаем момент. Сейчас он должен появиться, вот он, идет. Бежит, так, пускай делает прыжок свой. И мы его быстренько распиливаем, все. Но ты не забывай, что он будет сейчас еще вызывать одного. И так далее, и тому подобное. Так. Он очень, ребята, сильно критует. Тем более, еще смотри, что он может хильнуться. Пока все идет удачно. Я бы даже сказал, более чем удачно. Так, а вот тритон здесь как бы вообще не нужен, если честно. И без него тоскливо здесь. Ну что, добиваем базу. Да, ребята, лучше не придумаешь. Под каждого противника есть своя определенная тактика. Именно этого я и придерживаюсь. Ну что, скоро мы с тобой получим сундук захватчиков. А в данный момент, ё-моё, бородавочник плюс хищнец. Хм. И я, друзья, даже не знаю, что здесь делать. Оставлять, наверное, эту команду придется нам. Бородавочник, хищнец. И еще этот. Всех позабывал, ребята. Всех боссов здесь позабывал. Как величать. Служитель или как его там звать-то? Опять нам повезло, что он вышел просто. Без разбега. Опа, а вот это вот плохо. А вот это, ребята, плохо. Есть контакт, расписали. Так, нам нужно здесь желательно побыстрее друидку получить. Если будет друидка, у нас с тобой пойдут дела в гору.
Но опять же стоит опасаться кого? Хищница, естественно, ребят, хищница. Смотри, что творят, а? Давай, рыцарь, выходи. Опа, ураганчик вовремя. Нам повезло, друзья мои, что у нас выпал ураганчик. Вот какие, а? Ты посмотри. Как они бомбят. Вот он, вышел. А ну-ка. Блин, кого он там захватывает? Я не вижу. Есть, мы его уничтожили. Фух. Найс. Все, дальше, я думаю, мы с тобой здесь распишем их по-быренькому. Босса мы их завалили. И сейчас тут начнется уничтожение замка. Причем тотальное. Вот она, сила друидки. Всегда говорил, что друидка и ведьма — это вообще топчик полный. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Забираем сундук захватчиков и смотрим, что у нас тут. Ага, сфера, 12,5 тысяч монет и жаба с пушкой. У нас территория нежити. Так, камикадзе плюс зомби. Ну, я думаю, что здесь вот этот отряд вполне должен себя... Нет, ребят, не этот. Вот этот. Почему? Потому что здесь молотильщик есть. Молотильщик будет бомбить. Надеюсь, будет бомбить быстро и того, и того. Но также не забывай про камикадзе. Вот он, сейчас он взорвет всех, да, мне? Нет, нам повезло. Не всех он взорвал. Тогда живем и радуемся. Но он если здесь взорвется, это, конечно, будет, ребят, финиш. А он взрывается практически постоянно. Так, минус. Минус. Отдай сюда энергию. Да распилите вы этого зомби-то, господи. Стоят они на него, любуются. О, смотри, опять что-то происходит здесь. Мы наносим урон-то хоть? Наносим. Опять целая куча ребят здесь стоит, а? Вот когда они стоят и рядом выходит этот камикадзе, это очень плохо. Массовый урон, понимаешь? Всем, причем урон не кислый. Очень серьезный противник, ребята. Ну, а мы с вами переходим на вторую миссию. Здесь у нас уже когтисты выходят, да, на поле боя. Вместе с камикадзе и вместе с этим зомби, бегуном. Ну что, я думаю, блин, надо этот отряд... Хотя, нет, не буду я его брать. Можно вот этот взять. Тут расстояние у нас с тобой увеличивается, по идее, от замка до замка. Ниндзя с зомби должна справляться на изи. Да и, в принципе, с камикадзе тоже она должна справляться. Давай проверим. Тест такой сделаем с тобой. Да, все у нас хорошо получается. И этого зомби она как раз должна довольно неплохо валить. Ух ты, даже когтистов бомбим. Слушай, так ниндзя тут вообще получается имба. Топчик у нас, да? Буду знать на будущее для себя. А вот это вот плохо, конечно. Давай еще ниндзю. Когтистый. Мы его вырубаем. Да, тут походу все, ребята. Быстро и красиво мы с тобой здесь прошли. Тут уже не поспоришь. Так, ну и двигаемся с тобой на третью миссию. Банши. Я думаю, что этот отряд у нас пока останется. Банши. Крикунья, да? Против нее хороша ниндзя. Остальные очень плохие, особенно ближники. Они подходят к ней вплотную, и она начинает им наносить массовый урон. Окей, давай этого. Взорвали в лохмотье. Чуть-чуть нам не хватает, видишь, пробить этого зомбика. А тут сам видишь, банши просто не успевает даже крикнуть, как ниндзя ее расстреливает. Так, молнию пока нет смысла нам с собой тратить. Ну что я тебе скажу? По-моему, тут победушка за нами. По-моему, тут победушка за нами. Да не по-моему, а... Вот, видишь? Видишь, что она делает? Она всех кричит и станет.
мало того, что станет, еще и наносит урон. То есть вот если, например, идет банша сзади танка, то это вообще топчик получается. То есть танк стоит, а она из-под тяжка сзади кричит: «О-о-о-о-о, потише, ребята, зачем здесь прыгун? Зачем здесь мне прыгун? Берем стоп...» А, тут нет энергии, блин. Слушай, тут только лишь вот эту команду остается брать. Потому что против прыгуна у меня вряд ли кто-то выстоит. Понимаешь, вряд ли кто-то выстоит. Так, здесь энергии нету. Твою ж налево. Придется брать имбовую команду. Самая топовая и имбовая команда — это вот это, ребята. За исключением, что можно варьировать, либо ведьму брать, либо друидку. Ну, в данный момент у меня здесь стоит ведьма, и я, в принципе, не жалею об этом. Так, а вот, друзья мои, и первый вражина вышел. Будем, конечно же, ставить с собой вот так. Нам повезло, что он не начал ультовать. А вот это вот плохо. Бедный Ронин, пока. Да, вот чем, ребята, силен камикадзе. Именно вот этим. О-о-о-о-о, Ронин. Ать. Стоп. Не пришлось так сделать. Просто, ребята, прыгун бы через него, через того вражеского прыгуна перепрыгнул бы, да, и тот бы мог нанести урон по моей базе. Поэтому я применил ульту. Ну что же, а мы с тобой переходим на последнюю миссию. Здесь, ё-моё, оставляем эту же команду. Потому что, ну, нет смысла менять. Хотя тут расстояние большое. В принципе, можно было бы выбрать и другую команду, и мы бы с тобой отстояли. Но что сделано, то сделано. Давай начнем вот так вот, наверное, с тобой. Потихонечку, да? Сейчас еще чумнуху позову, чтобы она прикрывала нас, если что, сверху. О, видишь, видишь, чубанш делает. Вот так вот. И начинает, да, кричать, не выпускает моих персонажей из стана. Так, ульта. Беспонтово сделал ульту. Ну нафиг надо было. Ай-яй-яй. Вот сейчас начнется. Во-во-во-во-во. Вот про это я тебе и говорил. Смотри. Хорошо, что отражение срабатывает, поэтому он как бы сам себя прыгун убивает, когда бьет мою девчулю. Ну а мы разбираем с тобой замок. Даже босс носа не показал, ты понимаешь? Испугался там. Дрожал, бедолага. Ну а мы с тобой открываем ящик и смотрим, что нам здесь достается. Ох ты, зомби с надгробием. Плюс вот эти зомбики. Шикарно. И у нас, друзья мои, долина подданных. Это раса человеческая, да, у нас? Но здесь немножко попроще. Здесь крестьянин, да, и также здесь рыцарь. Можем даже взять вот эту команду, и она вполне себе должна здесь оправдать. Здесь чем хороша эта команда, ребята? У нас два мини-танка с тобой. Вот это вот первый. Поверь мне, он будет лучше, чем крестьянин. Правда, чуть-чуть подороже стоит, но он поживучий, как ни крути. И есть у него еще форма, ребята, что он может застанить врага. Так, а вот теперь... А вот теперь, теперь нам нужны деньги, потому что рыцарь тут, конечно, шутить не будет. Мне нужен тыквоголовый, вот так вот. Видишь, мы можем его станить, и это круто. Все, тут у него уже шансов не будет на победу. Тем более мой самурай начал плакать. Упал на колени и замахал мечом. Я люблю, когда мои делают так персонажи, но никогда делают так враги. Ну что, рыцарь, заморозка. Ой, как хорошо. Как все кстати, да? Ты посмотри. Подходим к замку и начинаем его потихоньку кромсать. Прям кусочек за кусочком от него отщипливать. Я еще сделаю вот эту вот лужайку шипастую. Ну и как ты можешь уже догадаться, замку хана. Ну а мы с тобой продолжаем. Идем ровно. Пока еще ни одного проигрыша не было. Так, копейщица. Я думаю, не стоит здесь менять команды. Очень хорошо она себе тут зарекомендовала, поэтому оставляем все как есть. Хорошо они устроились, да? На льдине, тут водичка, все дела. Ай, благодать. Копейщица нам здесь, в принципе, с тобой... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, я вот на это не рассчитывал. Блин. Так. Тыквоголовый, выручай.
Мне нужна шипастая лужайка как можно быстрее, ты понимаешь? Блин, мой самурай просто хорошо меня выручает вообще. Ты посмотри, он когда, кстати, вот так вот стоит и машет мечом, противник пройти не может эти самые 3 секунды. И в этом вся прелесть этой истерики. Падает, смотри, штабелями просто. Бамс, бамс. Рыцарь, да, жесткий чувак. Это самый жесткий, наверное, из человеческой расы чувачок. Мало того, что он крепкий, так он еще может подбивать воздушные цели своим лучом. Но все равно мы здесь с тобой выиграем. Замечательно. Так, ну что же, у нас остается еще с тобой, по-моему, 2 миссии здесь. Нет, 3. Беда в том, что у нас закончилась с тобой энергия. Слушай, вот этот отряд нужно разыгрывать, как ни крути, ребят. Он самый, как говорится, у меня самый дорогой отряд. Ну, не считая, конечно, ползуна. Ползун дешевый, но и урон у него какой-то, знаешь, нелепый. Давай проверим. Крестьянина-то убьем, наверное, да? Да. И откат очень быстрый у ползуна. А вот это вот уже похуже. Вот это вот уже похуже. Тут Джаггернаут будет противостоять. Так, секунду. Слушай, мне понадобится здесь, наверное... Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Ага. Шикарно. Вызываем с тобой нашу баллисту. Видишь, они там будут сидеть, ребята, за этой решеткой, пока их никто оттуда не выпустит. Жизнь у них будет потихоньку уменьшаться. Так что это ульта вообще офигенная. Так, а вот то, что у него грифон тут стоит, вот это вот не есть хорошо. Опа, ускоряшка. Ты смотри, что делать, да? Мы начали с собой разбирать потихоньку базу, я смотрю, да? Давай еще вызовем ползуна. Денежку отдай. Сердечко, успел заюзать. А куда рыцарь-то ушел? А, вот он. Мне что-то показалось, что он вышел и обратно в домик ушел. Но это просто показалось мне. Так, ну что, мы с тобой дальше идем. Так, а здесь уже... Слушай, я 1000 лет не видел лучницы. Серьезно говорю, чтобы у врага была лучница. И вот она вышла. Понимаешь? Вот она вышла. Спустя фиг знает сколько лет. Решила показаться. Так, ну что, давай мы, наверное, с тобой сейчас сделаем... А я успею, интересно, Нет, не успею. Я хотел бы, но, видишь, они мне не дают. Они мне... Так... Блин, ну не так же я хотел. Давай, давай, некро, вызывай своих этих. Так, давай, всех там застань. А лучше вот так вот. Опа. Нормуль. Не надо выручать свой замок. То есть не свой замок, а своих этих бойцов. Пускай они там сидят до посинения. Нормуль. Слушай, тут победа за нами. Баллиста плюс некро со своими колобками-убийцами, да? Плюс ускоряшка, плюс клетка. А чё, а клетка чё пролетела мимо-то? Я не могу понять. С какого перепуга-то вдруг? Я ее выпустил, и она просто исчезла на ровном месте. Видимо, она летела... в определенную цель, да, и эту цель просто уже уничтожили, поэтому клетка и пролетела в холостую. Другого объяснения у меня к этому нету. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. У нас, по-моему, последний. Да, последний здесь поединок, и будет сундук. Здесь у нас епископ. Медленный, выносливый герой. Ну, насчет выносливости я бы, конечно, поспорил. Ну, то, что он делает защиту, это да. И здесь у нас грифа. Здесь у нас грифа, грифон. Самый такой злейший мой враг. Если смотреть там по расе. И вот это вот, кстати, что у него ульта есть. Отражение урона. Это тоже не есть хорошо. Так, ну куда ты идешь, шитик? Ну куда ты разогнался, а? Все, выкусил? Не успею, да, накопить? Не успею, а хотел. Хотел накопить, думал, на жнеца и выпустить его первым, но...
Это нереально. А вот с баллистой, еще и с клеткой, вполне очень даже реально. Нет, грифа. Уйди. Где моя там баллиста? Давай, бомби по нему. По грифону поэтому. Так, епископ вышел уже. Упс. Блин, ты посмотри, что происходит. Эй-эй-эй-эй-эй. Ох ты, зараза, двоих сразу уничтожил. Посмотри. Так, клетка, срочно, где клетка моя? Не надо выручать. Клетка сработала на ура. Ты посмотри. Эй, откуда у тебя столько паладинов-то? Я что-то не внюхал. Это что за... Что за фокусы тут, а? Происходят. А ну-ка, клетку и заморозку. Ну что, все попали, что ли, да, в клетку? Они все в клетке, прикинь? Вау. Вот это найсово получилось. Мы всех в клетку вместе с епископом. Такое редко бывает. Очень редко. Ну что же, они за это поплатятся. За свою дерзость. Слушай, что-то у нас тут паладин с тобой выпадает один за другим. Все, взорвали. Слушай, мне понравился этот бой, особенно когда вот эта вся армия скопом попала именно в клетку и там погибла. Это было, конечно, классно. Ну что, забираем с тобой сундук. Так, что нам выпадает? Король и башня. Окей. И у нас с вами нефритовая долина. Так, ниндзя плюс самурай. Ниндзя плюс самурай. Хм. Так, наверное, я возьму вот этот отрядик. Расстояние, ты сам видишь, маленькое. Самурай будет сейчас выходить первым. А сзади, как известно, будет стоять ниндзя и стрелять. Это самая фиговая комбинация. Ну, как бы она хорошая комбинация, но фиговая, когда ее применяет противник. Секешь, да, фишку? И особенно, когда он вот это начинает истерику. Это вообще жесть, просто жесть, ребята. Ну... Давай, 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 давай. Ну, родной, нет, не получилось. А, нет, все отлично. Отлично, нам повезло, ребята, что наш, так сказать, молотильщик выпустил по земле именно циркуляру. И она пронзила всех. То есть он львиную долю своей армии потерял сразу же. И это круто. Ну, а дальше здесь уже, конечно же, мы с тобой будем спокойненько разбирать. И никто нам уже здесь ничего не сделает. Даже если этот будет падать в истерику, у нас уже... подошла, как говорится, подошел всадник на журавле. Он смог бы легко добить. Ну что, а мы с тобой идем дальше. И у нас вторая миссия. Абсолютно... А, у нас энергии здесь нету. Слушай, ну вот этот отряд, в принципе... В принципе, ребята, он должен неплохо отстоять. Тут у нас есть с тобой ниндзя. Единственное, что да, пес этот храмовый, он может пугать. Ну и, конечно же, блин, началось, а. Надо вызывать. Надо вызывать нам ниндзю. Пускай она помогает. Ага, вот об этом я тебе и говорил, видишь? И опять в истерику. Да чтоб тебя. Давай, 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 родные. Неужели сейчас опять... Давай-ка вот так сделаем. Все. Тут великолепно получается. Мои две ниндзя расстреливают врагов издалека. А, у него, смотри, срабатывает. Раз за разом истерика срабатывает. Так, подожди, дай-ка я заберу. Вызову БФГ. Ну, я думаю, что все, все. Песенка у врага спета. Тут уже ничего ему не поможет. И мы уничтожили ему базу. Ух, шикарно идем. Ну что, у нас с тобой третья миссия. А тут черепаха. А в принципе ничего страшного нету. Черепаха, ну что, ребята, у нее бомбит она мощная, не спорю. Но очень долгий откат. Очень долгий откат, поэтому мы успеем тут наплодить армию и просто раздавить. Так, выходит, да, из серик.
Ну давай один на один, посмотрим, кто кого. Нет, ну он схитрил, ребят. Он призвал, конечно же, себе на помощь ниндзю. Мы тоже позовем, но уже немножко поздновато. Хотя нет, еще нормуль. Так, ну-ка. Замечательно, теперь я сделаю молнии. А вот это нечестно. Ну БФГ, помогай. Что-то она как-то плохо мне помогает, если честно, а? А кто ее уничтожил? Вот объясни мне, пожалуйста. Вон она, ребята. Плешивая черепаха появилась, а? Ну-ка, молнию, быстро. Застанили. И истерика. Ну, естественно, ребята, вот естественно истерика у него будет. Заморозку тогда применяем. Ох, черепаха там наяривает, а? Все. Мы прожали все-таки его команду. Добрались до замка, и, как ты видишь, мы начинаем расписывать его. Тотальное уничтожение. Все круто. Так, ну что, у нас там четвертая миссия получается, да? Четвертая. Здесь еще есть энергия, и, наверное, я оставлю. Хотя, понимаешь, тут этот маленький китайский чувачок будет у нас с копьем бежать на нас. Его нельзя, ребята, допускать. 175, это... Давай. Это минималка, которую я могу себе позволить, есть контакт. Все, а дальше будет как по нотам. Дальше будет как по нотам, потому что я вызову сейчас ниндзю. Обязательно. И он тоже вызывает ниндзя. Он не дурак, друзья мои. Он шарит фишку, понимаешь? А вот пес этот храмовый здесь как бы не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй. Ниндзя выжила все-таки, молодцы. Мы молодцы здесь, молнию. Не знаю, помогла ли нам тут молния, по-моему, не шиша. Так, ниндзя, вы, главное, не выбегайте вперед. Стойте всегда позади танка, и все, и будет вам счастье. Таким макаром они распишут любого противника. Когда один танк впереди и два дамагера сзади. Ну согласись, топ команда. Так, молнию вызовем с тобой. Ну это уже просто так, ребят. Потому что я знаю, что мы здесь с тобой победим. Ну что же, мы продолжаем. У нас предпоследний, что такое? Тихо, подожди, не надо. Точнее, даже последняя миссия. Ой, здесь бог ветра. Слушай, с богом ветра мы будем с тобой драться своей топовой командой. Вот этой вот. Потому что я не хочу, чтобы он нас сдувал. И мы тут с тобой до посинения, как говорится, рвали глотки. Как говорится, прибиваясь за миллиметр, чтобы уничтожить его. Что-то никто не выходит. Пора нам Ронинова позвать. Да, я не слышу шелест тапочек его, значит, он просто вышел погулять. Да, его в этот момент, конечно, уничтожат. Но ничего не поделаешь. Блин. Отражение, да, ребята, отражение очень хорошо нас выручает, помогает. Именно урон возвращает обратно во врага. Это классно. Интересно, мне придется воспользоваться ультой или нет? Наверное, я нет. Да, ребята. Опять же, босс даже не высунулся. Немножко обидно, понимаешь? Он не захотел показать свое лицо. Ну что же, а мы с тобой забираем с удовольствием сундучок Нефритовой империи. И здесь у нас, вот, копеечки. Я их собираю, ребята. Мне нужны по персонажам, если я не ошибаюсь, копеечки и... Так, а крестьяне у меня максимально прокачанные. Вот этих вот не максимально прокачка. Так, здесь зомби. Вот эти вот мне нужны обязательно, друзья мои, зомби. Так, здесь у нас все по максималке, кроме хилбота. Ремонтный бот, да? А здесь пса бы прокачать не помешало бы, в принципе, да? И Вуджена. И вот, ребят, копейщик. Как тебе смотритель, да? Ведь его звать смотритель. Точно, вспомнил я. Ну, а здесь, конечно, улитку бы, этот, ползуна надо прокачать, в принципе. Да? И воблера.
Ну и слизня, кстати, морпеха тоже можно было бы прокачать. Но, слушай, он же у меня 5 звезд имеет. Почему я его... Слушай, а почему я действительно его не беру к себе в какую-нибудь команду? У нас же... Он же топовый чувак, топовый босс. Так, у нас здесь с тобой есть еще одна энергия. А, подожди, это топ-команда. Топ-команда. Вот это, наверное, возьмем с тобой, да? Слизень морпеха здесь, конечно, не хотелось бы, блин. Ну ладно, фиг с ним. Что жаба с пушкой, что слизень морпех. Нет, слизень морпех, по-моему, будет похуже, чем жаба с пушкой, если честно. Хотя же жаба с пушкой, она станет противников. А слизень наносит массовый урон. Вот в чем у них разница. Так, тыквоголовый нам нужен. Ну давай. Так, опять вызываем рыцаря. Замедляшку. Еще одного рыцаря. И мага. Или лекаря, я не знаю. Наверное, это лекарь у нежити, да? Ну, смотри, что происходит. Отличная битва. И мы идем уже в наступление на его базу. Я еще вот так вот сделаю корни, достану. Все, тут без шансов. Тут просто без шансов, друзья. Расфигачили его по полной программе. Ну что ж, продолжаем нашу эпопею. Так, второй уровень. Так, энергии нету. Вот здесь есть. Но тут хищнец. Поэтому возьмем вот эту армию. Возьмем эту армию, потому что если я возьму ту, сразу тебе скажу, будет фейл. Хищнец нас одолеет. А вот здесь вряд ли. Здесь ему никто не даст. Наверное. Тихо. Упс, не успел, да? А кто не успел, тот опоздал. Ха-ха. То-то и оно. Ну куда ты разогнался? Куда ты разогнался, а? Шитик. Сейчас Ронин просто разорвет тут базу. Все. Дай-ка я сферу прихвачу. Продолжить, конечно же. Третья миссия. Так, энергия где-нибудь накопилась? Вот только здесь, друзья мои. Две полосочки энергии. Будем отстаивать. Так, ну, во-первых, нам нужно накопить на Джаггернаута. Сразу же его выпустить. О, слава богу, я не выпустил, а? Пришелец. Тогда выпустим тогда некро с тобой. И ползуна. Ага. Блин, сейчас похитит. Вот жучара. Стой ты на месте. А, мы пришельца поймали. Так, давай. Ползун, беги. Хорошо, что он ползуна забрал, а? Некро начинает вызывать своих колобков. И это круто. Они сейчас будут тут... А, у него уже массовая атака, господи. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не взду. Дело дрянь. Ребята, дело дрянь. Джаггер, выходи. Фух, я уже думал, сейчас опять Джаггернаута у меня похитят. Нет, здесь, слава богу, обошлось. Да как сказать об... Вот, вот что нам нужно. Давай, 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 давай. Отлично, застанили. Уничтожаем этого пришельца. Колобка похитил. Хе-хе-хе, дурила. Времени, времени мало. Да не надо Джаггера, блин, похищать. Плохо. Плохо это все, я тебе скажу. Ну. Фигею просто, блин. Я просто фигею, ребята. 30 секунд остается.
Нет. Не получается, ребята, у меня. Похитил, молодец, вот похищай Колобку. Эй! Ну это уже сговор какой-то идет. Я не знаю, ребят, тут все. Походу дела нам крышка. Обалдеть. Ни за что бы не подумал, что вот здесь можно свалиться. Вот из-за этого придурка чертового. Так, ну-ка давай ускоримся. Я сейчас кое-что попробую сделать. Вот так вот их всех поймаем. Погнали. У нас фейлы по времени, да? Одни фейлы. Сейчас пришельцы, естественно, похищает. Так, сейчас, наверное, опять похитит, да, мне Джаггернаута? Нет, здесь мы уничтожили базу. Да, командочка, конечно, не особо хорошая. Ой, именно вот в этой, в данной. Не надо мне никакой другой миссии. Я пока здесь не пройду, я никуда не пойду. Давай-ка мы с тобой попробуем что-нибудь поменять в этом нашем отряде, потому что, ну, неэффективно получается. Армия. Так. Подожди, блин, как нам сделать-то? Я уже забыл. Твою же налево, я уже забыл, как нам поменять отряд-то. Жестко, да? Да хоть убей, я не помню, как поменять отряд. Чё за бред-то? Друзья, квесты, тренировка, сокровища, так, армия, магазин. По-моему, в армию надо заходить. Прикинь, совсем потерял память, как делать. Че, в бой, блин? Забыл, ребята, хоть убей, я не помню, как менять этот отряд свой. Вообще, дужили. Давай, где там твой этот? Летун-то. О, давай, лети отсюда. Лети колбаской. Так, мы можем, кстати, с тобой, знаешь, что попробовать сделать? Жнеца. Давай попробуем на него накопить. Его, по крайней мере, этот пришелец не сможет похитить. А жнец ты сам знаешь, да? Хоба, вот так вот делает. Сейчас мы этого... Вот так. Опять этот слизень-морпех вышел. Застанил. На-ка. Дуримар получил свое. Ну, жнец очень сильно бомбит, поэтому тут шансов нету. Мы успели с тобой выпустить его, как говорится, на поле боя. И он всех порвал. Так, ну что, здесь трындец. А, у нас энергия. У нас, друзья мои, энергия закончилась. И как всегда, на последнем, как говорится, эпизоде, да? Тут уже и портал, в принципе, подходит к концу. Ну что, дорогие друзья, тогда мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.